народа отдыхающих, вы можете как бы пройти в городе к нашим побыть. Потому что люди, может быть, ну, как сказать, тоже люди приходят. Ну, типа, знаешь, мы не люди. Да там люди, а мы не люди. Нет, ну, а как это по-другому звучит? Мой ребенок что, не человек? Я не пойму. Человек, никто не спорит. А почему он должен себя в чем-то ограничивать? Если бы у нас в стране было разграничение, я бы с удовольствием развернулся и ушел. А пока что еще разграничений нет. Дети вроде бы как бы одинаковые. Они за это уже много лет борются, чтобы не было такого. В Поволжье сотрудник службы безопасности отказался пустить ребенка-аутиста в аквапарк. Мужчина увидел в мальчике угрозу окружающим и посоветовал одному из родителей посидеть с сыном в машине. Видеозапись конфликта с охранником аквапарка, 21 век, родители мальчика-аутиста выложили на своей странице в Инстаграм. Инцидент произошел 2 августа в городе Волжский Волгоградской области. Сотрудник в беседе с отцом ребенка заявил, что ему, согласно внутренним правилам, нельзя пускать на территорию лиц с психическими заболеваниями, которые представляют угрозу окружающим. Отец попытался доказать оппоненту, что аутизм не является психическим заболеванием, и подчеркнул, что администрация заведения на официальном сайте представляет скидку до 50% для детей-инвалидов старше 7 лет. В ответ родителям предложили пройти на территорию, а ребенку – побыть на улице. После конфликтной ситуации родители мальчика обратились в прокуратуру региона. Ведомство проводит проверку. На следующий день, 3 августа, директор аквапарка Григорий Газарян заявил, что извиняться не планирует. По его словам, семья привела в аквапарк не ребенка, а здорового мужика, который якобы мог сам кого-то утопить или удариться обо что-нибудь. Никакого повода извиняться абсолютно. Я все сделал правильно. Это не ребенок был, а здоровый мужик. У нас есть видеонаблюдение, видно, как он себя вел. Он бы мог кого-то утопить или сам долбануться обо что-нибудь, и тогда было бы еще хуже. Потом бы вы у меня спрашивали, зачем пустили психически ненормального человека в аквапарк, на территорию повышенной опасности, приводит его слова издание «Подъем».